Друзья, всем привет! Сейчас мы будем разделывать спизулу. А как правильно его разделать, распотрошить и приготовить. Значит, с двух сторон. С одной стороны мы делаем надрезик. И со второй стороны надрез. То есть вот. И она должна вот так вот раскрыться. Сейчас здесь еще делаем контрольный надрез. Все. Теперь мы ее раскрываем. Вот. И сейчас будем ее потрошить. Достаем ее из ракушки. Лишнее вот это отрезаем. Это нам не нужно. И дальше делаем надрез. Вот у нас внутренности. Мы их сейчас промоем под струей воды. Вот промыли под струей воды. Кладем ее. И приступаем дальше к следующей. Начинаем надрез делать с двух сторон. Аккуратненько. Вот. И вот так раскрываем. Достаем внутренность. Вот это все мы промываем под струей воды. Вот, друзья, мы сделали три штучки. Сейчас две я еще дочищу и будем их готовить. Так, порезали спизулу нашу, почистили, порезали. Сейчас будем готовить. Для этого нам понадобится перец черный, горошек такой вот, соль, оливковое масло, сметана. В данном случае 15%, можно 20%. Сыр бри, лук, чеснок. Сейчас начнем обжаривать сначала лук с чесноком. Обжариваем лук с чесноком до румяной корочки. Все это на оливковом масле. Лучок у нас готов. Чесноком. И обжариваем тоже до золотистой корочки. Все это тщательно перемешиваем. Теперь следом у нас идет наш сыр. И дальше у нас идет небольшая столовая ложка сметаны. И еще это у нас томится минут 7-5. Солим. И немножко перца. Еще 2 минуты, и все это у нас готово. Наше блюдо готово. Это очень вкусное получился моллюск в сливочном соусе. Особенно это вкусно с таким вот хлебушком чиабатты. Можно прям вот так вот отламывать. И вот так вот это все загребать и кушать. Это очень вкусно. Приятного аппетита!